Дорогие наши молодые коллеги, выпускники Высшего медицинского колледжа города Алматы, от всего сердца поздравляю вас с окончанием колледжа. Несколько лет назад вы сделали для себя выбор. Вы поступили в наш колледж. Хочется верить, что ваш выбор был осознанным, был продуманным. Сегодня, сдав итоговые экзамены, вы получаете дипломы. Но главный экзамен у вас впереди, и сдавать его придется всю свою жизнь. Это экзамен на человечность, это экзамен на профессионализм, на милосердие. Это очень тяжело, потому что ценой вашей ошибки может быть человеческая жизнь. При этом нужно помнить, что лучшим специалистом может быть тот, кто готов всегда учиться, кто готов углублять свои знания, кто готов повышать свои знания, применять их на практике. Сегодня для этого в системе здравоохранения сделано все необходимое. Перед вами молодыми, настойчивыми, умными, креативными открываются широкие возможности. Вы будете работать и развиваться в эпоху совершенно нового здравоохранения, в эпоху перемен. В здравоохранении Республики Казахстан происходят большие изменения. Это внедрение цифровизации, это внедрение новых технологий, внедрение ОСМС. В связи с пандемией COVID изменились сами подходы к организации медицинской помощи. Во главу угла на сегодняшний день становится повышение роли работников медицины. Для дальнейшего роста здравоохранения Республики Казахстан необходима ваша молодая энергия, необходима ваша настойчивость, необходимы ваши профессиональные навыки, необходимы ваши знания. Дорогие выпускники, выходя из стен нашего колледжа, берите с собой все самое лучшее, что вложили в вас наши преподаватели. Пусть вас ждут чудесные перспективы, новые достижения, успехи. Желаю вам всем здоровья, счастья. Пусть будет ваша жизнь счастливой, яркой, насыщенной. В добрый путь, друзья! Дорогие наши выпускники, я хочу вас поздравить с получением вашего долгожданного диплома. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи. Вы теперь наши коллеги. Выбрали очень полезную, нужную профессию. И наше здравоохранение ждет вас, наших будущих людей в белых халатах. Я хочу сказать, удачи, здоровья, светлой дороги и всегда держать фланг нашего Высшего медицинского колледжа.